23 года особого режима сегодня в суде Минска вынесли приговор в отношении опасного преступника Сергея Дёвкша. С учетом его предыдущих преступлений он уже отбывает пожизненный срок. Напомню, Дёвкша разыскивали за убийство сотрудника милиции в августе 2001-го. Он бежал из страны в Польшу, откуда его экстрадировали и осудили к высшей мере наказания. Известно, что до этого мужчина уже не раз был судим за убийство. Осенью Генпрокуратура направила в суд еще одно дело о покушении на убийство на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Инцидент произошел в октябре того же 2001-го. Во время проверки документов подозреваемый открыл огонь по милиционеру. Правоохранители характеризуют Дёвкша как опасного и дерзкого. Уже отбывая срок, он не раз вступал в конфликты как с администрацией, так и с осужденными. Подробности этой истории в «Панораме».